Показанная ранее – это только часть возможностей в системе 1С Bittrex управления сайтом. Наиболее часто используемый и рекомендуемый для начального этапа освоения системы. Кроме того, вы можете без ограничений расширять систему, создавать свои модули, административные разделы, типы данных, бизнес-процесс и многое другое. Расскажу о некоторых технологиях, используемых в системе. В системе с версии 14 было внедрено новое ядро D7, которое принесло много новинок в платформу. Широко используется объект-ориентированный подход. API ядра описывается PHP-доком. То есть и ваша любимая IDE теперь будет давать подсказку по коду. Так и при желании вы сможете несложным способом получить справочную документацию по методам. Активно стали использовать namespace. Применяется автозагрузка методов и классов. То есть вам не нужно в явном виде подключать файлы с классами. Поместите их в определенное место, назовите по несложным правилам и пользуйтесь механизмом. Также в системе создана целая иерархия исключений. Если у вас нештатная ситуация, вы можете выбросить исключение, а система в зависимости от настроек обработает исключение тем или иным образом. И одним из ключевых моментов ядра D7 является наличие ORM. ORM позволяет вам в коде PHP описать сущность базы данных с указанием типов, связи, валидаторов и так далее. Просто описав ORM сущность, вы получите автоматически богатый функционал, 9 штатных событий, методы для добавления, удаления, обновления и выборки данных. При необходимости вы можете расширить эти методы, добавить свои события и модифицировать свою сущность так, как вам это необходимо. ORM – это мощный инструмент для работы с данными. Из необычных технологий – композитный сайт. Это запатентованная технология продвинутого HTML-кэширования, когда почти вся страница отдается из HTML-кэша, а часть областей, где информация должна постоянно обновляться, догружается уже отдельно. В результате посетитель сайта получает сайт практически мгновенно, без задержки на генерацию страницы, а динамическая часть отгружается отдельно, с небольшой задержкой. Впервые подобная технология была представлена встроенной в платформу с легким механизмом внедрения на любом проекте.